С вами Татьяна, и канал мой называется Татьяна Беликова. Девочки, в этом видео хочу вам рассказать, как рассчитать по образцу, вот по такой вот схеме, круглая кокетка, как рассчитать и набирать петли на изделие. Ну, пряжа у меня вот такая Ализе Лана Катон. Я буду с нее вязать кофточку для внучки. Вот я связала образец. Спицы у меня, девчата, Knit Pro троечка. Я вязала на троечке. Немножечко его как бы отпарила утюжком, чтобы вот так вот он ровненький был. И делала замеры. По пряже я вам скажу, 50 грамм на 160 метров, 26 шерсть, 26 хлопок и 48% акрил. Пряжа уже довольно-таки всем знакомая, девчата, очень хорошая. Я с нее вязала, стирается в машинке, не вытягивается. Ощущения такие для, ну, когда только берешь в руки, можно не понять. То ли она вам нравится, то ли она вам не нравится. Как бы есть такое ощущение грубоватости. Но после стирки, поверьте мне, пряжа совсем другая. Становится очень приятная к телу. Не колется, совершенно не колется, девчата. Петли ложатся просто шикарно. И изделие выглядит шикарно вот с этой пряжи. И она, в принципе, не очень дорогая. Но перейдем к моему образцу. У меня по схеме, девочки, вот я вам буду прям показывать, чтобы вы все конкретно было понятно и доступно для каждого. Вот моя схема. Она состоит, значит, раппорт 12 петель по началу схемы и в конце 24 петли. То есть она увеличивается. И в высоту 29 рядов мы провязываем. Вот, 29 рядов. Как я рассчитываю, девчата? Во-первых, я замерю низ. Вот внизу 24 петли. Раппорт, это один раппорт. 10 сантиметров, 10, значит, в одном сантиметре 2,4 целых петли. Я вязала и лицевой гладью, тоже тройкой, связала лицевой гладью образец и там сравнила. В 10 сантиметрах, да, 24 петли. Значит, мы уяснили, что 2,4 в одном сантиметре. Как можно, девочки, замеры сделать? Можете взять, я буду внучке вязать, вот любое платьице, вот внучки моей. И вот так, это я для начинающих объясняю, вот так просто прикладывать. Вот один раппорт, да, второй раппорт. Вот он, третий раппорт, четвертый. И вот по кругу платья вашего. И вы посмотрите, сколько же у вас будет раппортов. У меня выходит их 9. Вот по кругу вот так прикладываю 9 раппортов. Теперь я вам сейчас расскажу все это в теории. Как это будет все выглядеть. Я образцы все высчитала. Сейчас буду смотреть свою шпаргалку и вам уже говорить все конкретно. Смотрите, девочки, по низу рисунка 10 сантиметров, 24 петли. Мы будем считать, ну, я буду считать, вы будете считать свои мерки подставлять. Я буду считать рост 122 сантиметра
и обхват груди 64 сантиметра. Это где-то ребенок 6-7 лет, может быть. Вы подставляете свои мерочки. Вот так, девочки, пониже даже сделала. Окружность, значит, платья у нас 64 сантиметра. Вот эти 64 сантиметра мы должны разделить вот на наш образец по низу. Здесь у нас 10 сантиметров. Делим на 10 сантиметров. Мы узнаем, сколько же нам нужно рапортов. У нас выходит 6,4. 6,4 даже не доходит 6,5 рапортов. Я округляю до 7 рапортов. Я думаю, это понятно, девчат. Значит, считаем вверх 7 рапортов и низ 7 рапортов. Смотрите, у нас по верху в рапорте 12 петель, по низу 24. Вверх 7 рапортов умножаем на 12 петелек. Получается 84 петли. Это по горловине, девочки, вверх будем набирать 84. А низ 7 рапортов. Это 7 рапортов умножаем на 24 петельки. И мы получаем с вами 168 петель. Вот у нас получится кокетка из 7 рапортов. Вот когда мы ее свяжем, вот здесь по низу у нас будет 168 петель. Теперь это вот самый простой вариант посчитать. Вот самый простой. Приложили, посчитали, да? Теперь посчитаем по формуле. Расчет по формуле. Плотность вязания. У меня 10 сантиметров равно 24 петли. У вас, девчата, у вас свои спицы, своя пряжа, у вас своя плотность. Смотрите, сколько у вас в 10 сантиметрах петель. Подставляйте сюда. У меня, значит, 1 сантиметр равен 2,4 петли. Окружность моей кофточки будет 64 сантиметра. Это по кругу вязания. 64 сантиметра мы должны 64 умножить на нашу плотность 2,4 петли, 2,4, и умножить на 138%, 1,38%. Это проценты. И у меня получается, девочки, 211,968 петелек. То есть получаем 212 петель. Это у нас с вами по вот нашей схеме. Поверху, девчата, поверху выходит 212 петель. Мы разделим с вами на 24 петли. По низу разделим на 24 петли. У нас получается 8,832 петли. 8,800 это получается больше, чем 8, но и не 9. Мы
округляем до 9 рапортов. 9 рапортов. 9 рапортов, если, то умножаем на 12 петель. Получается 12 петель, это вот здесь. Получается 108 петель. И 9 рапортов на 24 петли, получаем 216 петель. Это по низу кокетки. Я думаю, это вам понятно, девочки? Вот этот расчет, он у нас более точный, чем вот этот верхний. Верхний мы прикладывали к нашему готовому, допустим, платью, к изделию, но это приблизительный расчет. Это вы можете пробовать и вязать. Но вязать я буду именно вот по расчету, по формуле. По формуле, девчата. То есть на горловинку я буду набирать 108 петель и плюс 1 петля, значит, 109 петель для замыкания в круг. Замкнем и будем вязать нашу кокетку. В итоге мы получим 216 петель. Затем нам надо же будет с вами делить вот эти 216 петель на 3 части, на рукава и на полочку и спинку. Так, девочки, вот 216 петель, это у нас, ну вот наша кокетка, да? Вот так я ее. Я еще тут художник, конечно. Вот здесь у нас 216 петель, а вот здесь в начале 108 петель. Вот по кругу мы вяжем. Вот так вот по кругу. 216 мы делим с вами на 3 части. Получается по 72 петли. 72 петли полочки. Ну, перед. Давайте писать буду перед. 72 это спинка. И 72 делим на 2. 72 делим на 2. 36 петель. По 36 петель это у нас будут рукава. Это мы с вами вот так разделим нашу кокетку. Здесь выделим на рукава уйдет. По 36 это 15. 18 петель будет на лицевой, допустим, стороне, да? 18 там будет на той стороне. Ну, 36. 36 петель, 36. И здесь по 72 петли. Я думаю, это понятно, девочки. А и уже вот тут вот, когда разделите, здесь смотрите. Глядите, я вот так всегда проверяю. 72 петли, это у меня... Перед плюс 72 это спинка. 72 плюс 72. 144 петли, да? У нас окружность 64 сантиметра. 144 петли разделим. Вот 144 разделим на нашу плотность. 2,4 петли делим. На 2,4 петельки. У нас получится 60 сантиметров. То есть 4 сантиметра. 4 сантиметра мне нужно набрать на подрезы. 4 сантиметра умножаем на нашу плотность. На 2,4 умножим на 2,4. Это получается 9,6. То есть... Округляем 10 петелек. 5 плюс 5 петель. Это подрезы.
подрезаем. Все очень-очень просто. Вот совсем просто. Смотрите, девчата, я вам вот ставлю схемы. Вот мои формулы. Рассчитываю, вот как я буду вот по этой вот рассчитывать и вязать. Можете вот записать себе. Окружность всегда умножаем на плотность и на 1,38%. И это у нас по груди. 212 должно быть петель. Понимаете? Здесь не точно вот это. Потом, вот прикладываем, но мы точно здесь никогда не высчитаем. Это будет методом проб и ошибок. Понимаете как? Вот 108 петель, вот я набираю по горловине. 108 петель, вот даже так, 108 петель мы разделим с вами. У нас 12 петелек, да? Делим начало на 12. Это 9 рапортов. 9, девчат. Здесь мы посчитали с вами 7. Видите, какая разница? На 2 рапорта, а здесь 9 рапортов. Поэтому, девочки, лучше всего рассчитывать по формуле. Тогда у вас все хорошо будет. Вы не будете перевязывать. И не будете думать, авось подойдет или не подойдет. Поэтому вот это я зачеркиваю. Не нужно вот это прикладывание и прикладывание. Потому что мы не можем ровно приложить. Не можем вот так по изделию и думать потом. Вязать и думать. Нам этого не нужно. Поэтому будем вязать, девочки, строго по формуле, по расчетам. Вот. Я вам прям вот так вот сейчас. Вот это можете прям переписать для себя. Это для начинающих. И вот это вот. Все. Кому вот это достаточно, вяжите, девчата. Кому недостаточно, будем вязать вместе. Буду вязать вот этот узорчик, набирать будем 108 петель и свяжем полностью с вами кокеточку. До подрезиков, хорошо? Кому это нужно, остается со мной дальше. И продолжим с вами вязать, начнем. А кому достаточно вот одних расчетов, и кто умеет вязать по схемам, то, пожалуйста, девчата, вяжите сами. Схему я добавлю в сообщество. Здесь я ее не буду так вот открыто показывать. Вот. Поэтому продолжим. Начнем вязать, девочки. Девочки, начинаем вязать нашу кокеточку. Вот по этому образцу. Я в первой части все рассказала. Это будет вторая часть. Чисто провязываем нашу кокетку. Я набрала вот на спице номер 3. Вот такие у меня китайские спицы. Шапочные, девочки. 40 сантиметров леска. Вот я набрала 109 петель. 108 нам надо набрать для нашей кокетки. И 109 это для соединения в круг. Сейчас что мы делаем? Мы смотрим, чтобы не было перекрученного. Вот. Ровненько все. Я повешу маркер. Вот это вот, чтобы аккуратненько было все ровно, чтобы не перекрутилось, самое главное. Иначе придется перевязывать. С левой спицы я снимаю одну петлю на правую. И с правой, вот первую, перекидываю через эту петельку. Все, перекинула.
и подтяну ниточку нашу рабочую. Так, сейчас я повешу маркер, девчата. Это у меня будет означать. Я потом буду маркеры вешать после каждого буквально рапорта. Потому что там будут накиды. Ну, давайте повесим вот такой вот фиолетовый. Это начало нашего ряда. Первые три ряда я провяжу лицевыми петлями. Сделаю такой, как бы, знаете, вот, чтобы рулик, или как он называется, чтобы заворачивалось по горловинке. В общем, вяжем три ряда лицевыми просто петлями. И потом с вами встретимся. Провязываем, девчата, за переднюю вот стеночку я вяжу. Сейчас пониже прям сделаю. Вот. И я пока буду вязать на вот этих спицах. Когда уже петлям будет мало места, тогда перейдем на другие спицы. Но вообще по горловине вязать очень удобно, девчата. У кого нету, покупайте такие спицы, не пожалеете. На 40 сантиметров именно китайские. Очень хорошие, они очень удобные. Ну вот так вот вяжем лицевые петельки, три ровно ряда. Так, девочки, я провязала 5 лицевых рядов, чтобы вот здесь у меня краешек вот так потом закрутился. Да? Вместо резиночки вот такой будет край. Горловинка так будет. Теперь мне надо провязать один ряд изнаночными, девчата, петельками, чтобы отделить этот край, чтобы вот эта рулечка дальше не катилась. Я вяжу один буквально рядок изнаночными рядка, петельками. Простите. И у нас получится вот такая вот рисочка. Видите? Провязываем, девочки, первый, один, вернее, изнаночный. И затем начнем вязать нашу схему. Первый и второй ряд мы провяжем полностью лицевые петли. Вот сейчас изнанка и 2 ряда вяжем лицевыми. Провязываем и с вами встречаемся. Вот, видите, получается вот такая дорожка. После этой дорожки вот до маркера довязываем, вяжем 2 ряда лицевыми. Девочки, провязали мы по нашему рапорту первый и второй ряд лицевыми. Вот что у нас с вами получилось. Вот это закрутится. А здесь вот 2 ряда лицевых. Теперь вяжем третий ряд по схеме. Я буду прям проговаривать. Вот начало ряда. Вяжем первый рапорт. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Я делать буду вот так. К себе. То есть вниз беру к себе. Потому что вязание по кругу. Мне надо, чтобы здесь была дырочка. Затем после накида вот эта вот петелька следующая, мы ее вяжем перекрещенной, перекрещенной лицевой. Вот так. Не за переднюю стенку хватаем ее, а за нижнюю стеночку провязали перекрещенную. Снова делаем накид, 4 лицевых. Лицевые за переднюю стеночку вяжем. 4 лицевых. Накид опять к себе.
три вместе. Как я вяжу три вместе? Одну петельку снимаем на спицу, две провязываем вместе лицевой. И вот эту вот петельку, что мы сняли, перекидываем. Все, провязали вот три. Делаем снова накид. Это первый вот один раппорт. Вешаю маркер и вяжем второй раппорт. Снова 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Провязали. Накид. Лицевая перекрещенная за нижнюю. Берем накид. 4 снова лицевых. 2, 3, 4. Накид. 3 вместе. Если вам удобно 3 сразу провязать, можете 3 сразу провязать. Я одну снимаю, 2 провязываю вместе. И вот эту перекидываю одну. Снова накид. Второй раппорт девочки провязали. Вешаю маркер. Я вешаю маркер, и вы будете видеть, вот где у вас идут раппорты. Если где-то пропустили один накид, вы всегда просмотрите по раппортам. Понимаете? Вот так легче найти ошибку, если уже вдруг ошиблись. Вяжем снова 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Лицевая перекрещенная. Накид. 4 лицевых. 3, 4. Накид. 3 вместе. Первую снимаем, 2 провязываем вместе. И перекидываем. И накид. Еще один раппорт провязали. Вот такие вот раппорты провязываем весь этот ряд. Это третий ряд. Вяжите самостоятельно и встречаемся в начале ряда. Девочки, провязали мы третий ряд. Четвертый ряд вяжем все петельки лицевыми. Вот у меня получилось 9 раппортов. Теперь вяжем все лицевыми. Накиды наши не теряем. Вот он накид. Тоже лицевым. И у нас вот будет дырочка. Видите? Вот они накиды. Самое главное, накиды не потерять. Вяжем лицевые. Все петельки. И вот наши накиды. Маркеры я снимать не буду, потому что маркер действительно где-то потеряешь, если петельку, то сразу найдешь ее. Вяжем, девочки, ряд этот весь лицевой. Девочки, провязали 4-й ряд. Начинаем вязать 5-й ряд. 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваем наши петельки и провязываем их 2 вместе с наклоном влево, чтобы они смотрели. Затем 2 лицевые. Накид. Лицевая. Накид. 1 лицевая скрещенная. Провязали. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. Здесь не надо поворачивать, мы их за переднюю стеночку 2 вместе провязываем. Затем вяжем накид, 3 вместе. Одну снимаем, 2 провязываю, перекидываю и делаю накид. Вот раппорт мы провязали. Перекидываем наш
маркер, забыла название. Снова вяжем второй раппорт, вяжем 2 вместе, разворачиваем 2 петельки с наклоном влево, провязали 2 лицевые, накид, лицо, накид, скрещенная лицевая, накид, лицо, накид, 2 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. Дальше накид, 3 вместе, 1 я снимаю, 2 провязываю, которую снимали, перекидываю и делаем накид. Это наш второй, девочки, раппорт. Вяжите самостоятельно этот ряд и встречаемся с вами. Вот, вот у фиолетового нашего маркера провязываем внимательно, девчата. 2 вместе в начале с наклоном влево и в конце раппорта 2 вместе с наклоном вправо. Вяжите самостоятельно и встречаемся. Девочки, провязали 5-й ряд, 6-й ряд. 6-й ряд вяжем полностью все буквально наши петельки лицевыми. Вяжем самостоятельно и встречаемся в 7-м уже ряду. Провязали, девочки, 6 рядов. Вяжем 7-й ряд. Начало у нас 2 вместе с наклоном влево. Вот они 2. Вместе лицевой. Провязали. 2 лицевые. Делаем накид. Еще 2 лицевые. Накид. Наша петелька скрещенная лицевая. Накид. 2 лицевых. Накид. 2 лицевые. 2 вместе с наклоном вправо. С наклоном вправо. Вот, провязали. Теперь делаем накид и 3 вместе. Я 1 снимаю опять же. 2 провязываю. Первую, которую сняла, перекидываем. И делаем накид. Вот это раппорт. Мы провязали 7-й ряд. Давайте еще один раппорт я с вами провяжу. И будете вязать самостоятельно. Вяжем 2 вместе с наклоном влево. Здесь меняем петельки, чтобы они смотрели у нас влево. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид. Вот это наша идет скрещенная, за нижнюю петельку берем, лицевая, накид, 2 лицевых, накид, снова 2 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо. Девочки, здесь не меняем петельки, просто их провязываем 2 вместе за переднюю петельку. Делаем накид и 3 петельки провязываем вместе. 1 снимаю. 2 вместе провязываю. И первую, которую мы сняли, перекидываем. И делаем накид. Вот 2 раппорта провязали. Вяжите теперь самостоятельно вот эти раппорты. Кто не успевает, я проговариваю на слух. Значит, останавливайте или делайте скорость меньше, девчата. И провязывайте. Сам рисунок запоминается очень быстро. Провязываем 7-й ряд и встречаемся. Затем 8-й этот ряд закончите. 8-й полностью
лицевые петли и встретимся с вами в 9-м ряду. Девочки, 8-й ряд провязали лицевыми, вяжем 9-й ряд. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем лицевой. 2 петельки лицевые. Делаем накид. 3 петли лицевые. Накид. Лицевая скрещенная. Делаем накид. 3 петельки лицевые. 3. Накид. 2 петельки лицевые. 2 вместе с наклоном вправо. Тут петельки мы не меняем. Делаем накид. 3 вместе. Снова накид. Вот это наш раппорт 9-й ряд. Давайте еще раз. 2 вместе с наклоном влево. Здесь переворачиваем наши петельки, чтобы они смотрели влево. 2 лицевые. Накид. 3 лицевые. Накид. Лицевая скрещенная. Накид. 3 петельки лицевые. Накид. 2 лицевые. 2 вместе с наклоном вправо. Их менять не надо. Просто за переднюю стеночку провязали. Делаем накид и 3 вместе. 1 снимаю. 2 провязываю лицевой. Снятую перекидываем и делаем накид. Вот вам 2 раппорта провязали. Вяжем 9-й ряд самостоятельно. Вот у нас уже тут рисуночек появляется. 9-й ряд провязываем и 10-й ряд снова, девочки, вяжем полностью лицевыми петлями. И в 11-м ряду с вами встречаемся. Девочки, я провязала вот 9-й ряд. 10-й у меня будет сейчас лицевой. И я вот с этих уже спиц перейду сейчас на спицы. Тоже китайские, но на 65 сантиметров. Это на 40. Видите, они уже полные. Будет мне неудобно. Поэтому я сейчас буду лицевой ряд, 10-й провязывать. И сразу перейду на другие спицы. Девочки, я перешла на спицы 65 сантиметров. Вот они, китайские спицы. Это не реклама, девчата, я вам просто посоветую. Вот такие вот спицы на Алиэкспресс со снежинками. Очень хорошие. Вот чем удобные начало изделий вязать. Вперед я на 40 сантиметров, сейчас перешла вот на 65. Видите, уже у меня полотно разлеглось, и вот уже узорчик наш вырисовывается. Будем вязать сейчас 11-й ряд. Я буду, наверное, по 1 раппорту с вами провязывать, потому что видео уже затягивается. Вяжем, девочки, 11-й ряд. 2 петли вместе, поворачиваем их с наклоном влево. Провязали 2 лицевые. Затем накид к себе делаем. И вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Наша лицевая скрещенная. Снова накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 лицевые. 2 девочки вместе с наклоном вправо. Здесь перекидывать не нужно петельки. За переднюю стеночку вот их провязали.
Делаем накид, 3 вместе и накид. Накид, одну снимаю, 2 провязываю, перебрасываю и накид. Все, вот это наш раппорт в 11 ряду. Вяжите самостоятельно 11 ряд и 12 ряд полностью лицевые петельки. Встречаемся с вами в 13 уже ряду, девчата. Девочки, вяжем 13 ряд. 2 петельки с поворотом налево. Я их разворачиваю, девчата. Ой, слетела петля. 2 вместе провязали. Теперь вяжем 2 лицевые. Накид. 2 опять вместе с поворотом налево. Разворачиваем снова петельки. 2 вместе провязали. Лицевые пишем. Вяжем сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 2 вместе с поворотом направо. Здесь не надо поворачивать. 2 вместе провязали. Накид. 2 лицевые. Снова 2 вместе с поворотом направо. Провязали. Накид. И 3 наших петельки вместе. Одну снимаю. 2 вместе. Перекидываю петельку снятую и делаю накид. Вот это у нас с вами один раппорт, девчата. Повторяем этот раппорт до нашего вот начала ряда. Провязывайте самостоятельно этот ряд 13 и затем 14, все петельки лицевые. И встречаемся в 15 ряду. Девочки, провязали 14 ряд лицевыми. Вяжем теперь 15 ряд. Начало у нас 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваю петельки. 2 вместе лицевой. 2 лицевые петли. Накид. И 2 вместе с наклоном влево. Снова разворачиваем петельки. Теперь вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. Здесь мы не разворачиваем. 2 вместе провязали. Накид. 2 лицевых. И снова 2 вместе с наклоном вправо. Все, провязали. Накид. И 3 наших петельки провязываем вместе. Первую снимаем. 2 вместе провязываю, которую сняли, перекидываем и делаем накид. Вот это наш раппорт. Вяжем его самостоятельно до вот этого маркера. И затем 16 ряд, опять же, лицевой. Провязываем, девочки, самостоятельно. Вот, девочки, я провязала 15 ряд. У нас уже, сейчас я вам немножко так покажу, уже вот появляется, видите, рисуночек наш. Вот он, листик вырисовывается. Красивый. 16 ряд вяжем лицевыми. И встречаемся с вами в 17 ряду. Вяжем самостоятельно лицевой ряд. Девочки, продолжаем вязать. Мы провязали с вами 16 рядов кокетки.
И приступаем к 17 ряду. Значит, начинаем 2 вместе с наклоном влево. Тут я разворачиваю наши петельки. 2 вместе. 2 лицевые петли. Потом накид делаем. 2 вместе, опять же, с поворотом налево. Смотрит налево. Поворачиваем петельки и 2 вместе провязываем. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном вправо. 2 петельки вместе. Накид. 2 петли лицевые. И 2 снова с наклоном вправо лицевые. Делаем накид. 3 петли лицевые. 1, 2, 3. И снова делаем накид. Вот это наш с вами раппорт. Давайте провяжу еще один. 2 вместе с наклоном влево. 2 лицевые петли. Накид. 2 снова влево. Провязали. 3 лицевые петли. Так, видно вам пониже. Пониже делать. Вот так, наверное. Я боюсь, чтобы вам было видать хорошо. 3 лицевые петли. 2 девочки вместе с наклоном вправо. Здесь мы не поворачиваем петельки. Вот так, наверное. Накид. 2 лицевые. Снова 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И снова накид. Все. Вот вам второй раппорт. Провязывайте этот ряд до конца, вот до фиолетового я буду вязать. И следующий ряд у нас, девчата, будет опять же весь лицевой. И встречаться будем с вами в 19 ряду. Вяжем, девочки. Итак, девочки, мы провязали 18 ряд. 19 ряд. Начинаем 2 вместе с наклоном влево, поворачиваю я петельки, 2 лицевые, 2 накид, девчат, накид, снова 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 с наклоном вправо, накид, 2 петельки лицевые и снова 2 с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. 3 петли вместе. 1 снимаю, 2 провязываю и протягиваю вот эту, которую петельку мы сняли. Делаем накид, лицо, накид. Вот это наш раппорт. Давайте еще раз с вами провяжу. Это 19 ряд. 2 вместе лицевой вяжем с наклоном влево. 2 лицевые петли, накид, 2 с наклоном влево вместе лицевой, 1 лицевая, 2 с наклоном вправо, накид,
две лицевые и две вместе с наклоном вправо, девочки. Провязали накид, лицо, накид. Три петельки вяжем вместе. Одну снимаю, две провязываю и одну перекидываю. Вот, провязала три вместе. Накид, лицо, накид. Вот этот ряд вяжем самостоятельно. Опять же, вот до нашего начала ряда. Ну, у кого-то вот такая ниточка, вот это начало ряда. У меня вот фиолетовый маркер до него. И следующий, 20-й, будет у нас весь лицевой. Поэтому вяжем самостоятельно 19-й и лицевой 20-й. В 21-м встречаемся. Девочки, провязали 20-й ряд. Я перешла на спицы 80 сантиметров к Нитпро, троечку. Видите, у меня хоть уже разложился рисунок, вот он. Видите, какая красота у нас получается, девчата. Просто красотища. Глядите. Сейчас будем с вами вязать 21 ряд. Так, приступаем, девчата. Две вместе с наклоном, опять же, влево. То есть поворачиваем мы наши петельки. Провязываем их две вместе. Две петли лицевые. Накид. Вот эти три петельки мы провязываем сейчас с вами в одну. Значит, я одну снимаю, две провязываю и одну перекидываю, которую снимали. Вот листик наш, видите? Вот он, все. Вот получился красивенный наш листочек. Теперь делаем накид. Две лицевые петли и две с наклоном вправо вместе. Накид, три, девчата, лицевые петли, накид, одну петельку, вот следующую, мы ее лицевой перекрещенной вяжем, делаем накид, вяжем три петельки лицевые. И снова накид. Все, вот это у нас раппорт. 21 ряд. Давайте еще раз с вами провяжу. Две петельки разворачиваем, вяжем их вместе с наклоном влево. Две лицевые петли. Накид. Три петельки вместе. Вершинка нашего листочка. Одну снимаю, две провязываю, и потом одну, которую снимала, перекидываю. Вяжем накид. Две вместе. Ой, две лицевые. Две вместе с наклоном вправо, девочки. Накид. Три петельки лицевые. Накид. Лицевая скрещенная. Накид, три лицевые, раз, два, три, и накид. Вот наш раппорт. Вяжем этот ряд самостоятельно. Я вот два раппорта с вами провязала, девчата. Кто не успевает, делайте скорость помедленней или ставьте на стоп. И вяжите, девчата. Этот ряд провязываем, 21 и 22 вяжем полностью лицевой ряд. В 23-м, девочки, мы с вами встречаемся. Девочки, вяжем 23-й ряд.
две вместе с наклоном влево, поворачиваем две наших петельки, провязываем их вместе, затем вяжем 5 лицевых петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 5 петелек. Я не вижу, видно вам. Вот так, наверное. 2 вместе с наклоном вправо. 2 вместе провязали. Теперь делаем накид. Лицевая, накид. 3 петельки вместе. 1 снимаю, 2 вместе провязываю и 1 перебрасываю. Все, провязали. Снова накид, 3 вместе, 1 снимаю, 2 провязываю, эту перекидываю, накид, теперь 3 вместе, 2 провязываем и 1 перекидываем, провязали, накид, лицевая, накид. Вот это у нас с вами раппорт 23 ряда. Сейчас провяжу с вами еще один раппорт. Давайте, девочки, 2 петельки поворачиваем, их разворачиваем, вяжем 2 вместе с наклоном влево. Провязали 5 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. Вот, провязали. Накид. 1 лицевая. Накид. Затем 3 петли вместе. 1 снимаю, 2 провязываю и вот эту 1 снятую протягиваем. Провязали. Накид. 3 петли вместе. Также вяжу 2 и 1 протяжку. Накид. Теперь 3 вместе. 1 снимаем, 2 провязываем и протягиваем. Теперь накид, лицо, 1 и накид. Все. Вот 2 раппорта я с вами провязала. Вяжем этот ряд вот до начала нашего, до фиолетового маркера. И 24-й, как всегда, провязываем полностью лицевыми петлями. В 25-м ряду, девочки, с вами встречаемся. Вяжем теперь 25-й ряд. 2 петельки разворачиваем, провязываем их вместе с наклоном влево. 3 лицевые петли и 2 вместе с наклоном вправо, девочки. Так, провязали. Делаем накид. 3 лицевых. 3. Накид. Лицевая перекрещенная. Накид. 3 лицевых. 2. 3. Накид. Лицевая наша перекрещенная. Делаем накид. 3 лицевых и 1 накид. Вот это наш раппорт. 2 вместе с наклоном влево. Сейчас с вами еще провяжу. 3 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, скрещенная лицевая, накид,
3 лицевых. Накид, скрещенная лицевая, накид, 3 лицевых и 1 накид. 2 рапорта, девочки, я с вами провязала. Теперь этот рядок вяжем самостоятельно. Видите, у нас уже вот что получается, какая красота. И следующий ряд опять же будет у нас 26-й. Все петельки лицевые. Встречаемся с вами в 27-м ряду. Девочки, провязали 26-й ряд. Начинаем 27-й. 2 петельки с наклоном влево вместе. Одна лицевая. 2 петельки с наклоном вправо. Накид делаем. Лицевая, накид. Теперь 3 вместе, девчата. Одну снимаю, 2 провязываю и 1 перекидываю. Провязали 3 вместе. Накид, 3 вместе. Накид. Теперь 3 вместе. Следующая накид. 3 вместе. Накид. 3 вместе. Чередуются, как бы они, видите? 3 вместе. Накид. Лицевая. Накид. Вот так у нас с вами наш раппорт выглядит. 27-й ряд. Давайте еще один раппорт с вами провяжу. 2 петельки с наклоном влево. Одна лицевая, 2 петельки с наклоном вправо вместе. Лицевой. Провязали. Накид, лицо, накид. 3 петельки вместе. 3 петли вместе. Затем накид. И 3 вместе. Опа, слетело. Накид, 3 вместе. Накид. Теперь 3 петельки вместе. Чередуем, девочки. Ой, не подцеплю. Накид, 3 петельки вместе, да что-то не расцепило, сейчас, девчата, так, накид, 3 вместе, накид. Вот видите, я две вместе и одну протяжку делаем. Потом идет 3 вместе. Так, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Потом идет накид, лицо, накид, 3 вместе, накид, 3 вместе, накид, 3 вместе, накид, 3 вместе, накид, 3 вместе,
чередуем их. Я, видите, остановилась. Петельку не могла подцепить, и все. Так, три вместе. Накид, лицевая и накид. Вот наш раппорт. Девочки, провязываем этот рядок самостоятельно. Это 27 ряд. 28 вяжем весь ряд лицевыми петлями. И у нас останется с вами 29 и 30 ряд. Вяжем самостоятельно. Провязали, девчат, 28 ряд. Сейчас с вами будем вязать 29. 29 ряд начинается у нас. Накид. Вот наш листик. Видите? Вот он. Закрываем 3. Одной петелькой провязываем 3 петли. Одну сняла, 2 провязала и перекинула. Вот так вот. Вот он листик наш. Накид. 3 лицевых. 3. Накид. 1 лицевая скрещенная. Накид. 3 лицевых. Накид. Скрещенная лицевая, накид, 3 лицевых. Здесь повторяем, девочки, вот снова накид, лицевая наша скрещенная, накид и 3 лицевых. Вот это наш раппорт. Давайте еще один с вами провяжу. Делаем накид. 3 петли вместе. Одну снимаю, 2 провязываю. И вот эту снятую перекидываем. Провязали. Накид. 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Накид. Лицевая наша скрещенная. То есть мы ее берем за нижнюю. Вот провязываем. Накид. 3 лицевые. Накид. Лицевая скрещенная. Накид. 3 лицевые. Накид. Лицевая скрещенная. Накид. 3 девочки лицевые. Вот наш раппорт. Провязывайте этот ряд самостоятельно. И следующий ряд. 30-й. Лицевые петли. И наша кокетка с вами будет готова. Самостоятельно провязываем. Вот 29-й и 30-й лицевой. Девочки, я провязала 30 рядов нашей кокетки. Смотрите, какая красота. Вот кокетка готовая. Вот здесь закрутится краешек на горловинке. Теперь что остается? Как я объясняла в первой части нашей петельки, делить на 3 части, перед спинка и одна часть пополам, это рукавчики. Кто хочет, вяжите уже дальше самостоятельно. Я выпущу пока видео, вот расчеты и кокетка. Это будет, по-моему, в 2 частях она, как бы даже не в 3. Посмотрю, сколько там времени в каждом ролике вышло. Затем я буду дальше вязать и потихонечку буду снимать. Поэтому, кто хочет вязать самостоятельно, вяжите. Кто хочет
со мной вязать, значит, следите за моими видео. Видео дальше будет сниматься. Вот, подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, девочки, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. Будем и вязать. И узоры будем вязать. Ну, тут надо спицы другие. Видите? Ну, вот видно. Вот такая красивенная кокеточка. Видите, девчата? Я на этом с вами попрощаюсь. С вами была Татьяна. До новых встреч. До новых видео. Всем пока-пока.